Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня у нас будет новая работа. Мы будем вот такой майонезный горшок превращать вот в такой вот симпатичный горшочек. Будем его декорировать. Если вам интересно, давайте приступим. И я вам расскажу, как я это все делала. Вот у меня есть старые диски, 2001 год. Нарезаем на кусочки. Как всегда, ребят, любимое майонезное ведерко. Куда без него? Просто никуда. Жизнь не получится без майонезного ведра. Вот у меня есть шпаклевка, но этот раз взяла акриловая, ну, армированная. Не знала, что такое армированная, оказывается, там какие-то волосики. Ну, ладно, буду делать этой. Так, нам понадобится еще маленький шпателек. Вот, друзья мои, вот такое получилось ведерко. Вот. Но оно еще все сырое. Сейчас ставлю на просушку. Будет ночь сохнуть. А завтра доснимаю свое видео. Вот так вот оно получилось. Ну все, друзья мои, горшок готов. Вот такой вот он у меня получился. Такой прям весь какой-то современненький. Твердый такой, уже он не гнется, не играет. Вот, можно сажать какое-нибудь растение веселенькое, наверное, которое любит свет, будет свет отражать. Вот такая вот как бы идейка для декора горшка. Ну, я считаю, что получилось нормально. Из майонезной банки такой горшочек. Ну, на этом все, дорогие друзья. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока.